30 и 31 января на Шадринском стадионе «Торпедо» состоится второй финал личного Кубка России по мотогонкам на льду. На этот раз любители спидвея смогут вживую следить за борьбой ледовых гладиаторов и поддержать любимых спортсменов. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в целях безопасности оргкомитет соревнований ввел ограничительные меры и сократил количество билетов. Для того, чтобы минимизировать скопление людей на кассах в дни проведения гонок, организована предварительная продажа билетов. Их уже можно приобрести в рабочие часы в административном здании стадиона. Непосредственно во время соревнований волонтеры и сотрудники полиции будут следить за соблюдением зрителями ограничительных мер, сохранением социальной дистанции и масочного режима. Также на стадионе дополнительно разместят информационные таблички. Напомним, что первый этап личного Кубка России по мотогонкам на льду прошел в Новосибирске. На данный момент лидерами являются каменский гонщик Дмитрий Хамицевич и уфимец Динар Валерьевич. У них по 25 очков, 24 у Игоря Кононова из Тольятти. Четвертое и пятое место делят Никита Богданов из Уфы и гонщик шадринской команды «Торпедо ШАС» Дмитрий Солянников. По 23 очка у каждого. Еще один шадринец Дмитрий Бородин на 13-й строчке с 7 очками.